Счастливое столкновение. Земля 1 – планета, существовавшая до столкновения, в результате которого возникла Луна и Земля 2 – планета, на которой мы живем сегодня. Это две абсолютно разные планеты, это прямое следствие удара, в результате которого появилась Луна. Простой вопрос. Но лишь недавно ученые задумались, а что бы было, если бы не было Луны? Если бы не было Луны. Одной большой луны. Thank you.